Количество обращений граждан на нарушение тишины после 23 часов в последнее время значительно возросло. Шум мешает жителям и гостям полуострова. Чтобы обеспечить порядок и спокойствие для отдыхающих, в ближайшее время работа уже имеющихся комиссий будет ужесточена. Теперь каждую жалобу проработают отдельно. Проводить расследование каждого такого случая наше федеральное бюджетное учреждение будет проводить замеры шума для того, чтобы эти комиссии работали эффективно, они имели аргументы для своих составления протоколов и рассмотрения. Законом Республики Крым предусмотрено, что административная ответственность за первое выявление нарушения – это одна сумма штрафа. В последующем эта сумма штрафа удваивается, если в течение года там сумма штрафов до 30 тысяч. В свою очередь глава Республики Сергей Аксенов отметил, что лично будет перенаправлять все жалобы, поступающие к нему в комиссию, и настоял, чтобы каждый случай был отработан в день обращения. Обычно мы, как правило, знаем, что это происходит в разгар курортного сезона, совершенно поэтому верно. Тут никому будет ждать не надо. Я вас уверяю, что как только первый день пришли на тысячу оштрафовали, второй день можно смело приходить, там будет ровно та же самая картина. На сегодняшний день для устранения проблемы на республиканском уровне приняты абсолютно все соответствующие законодательные акты. Дарья Костенко, служба новостей ИТВ.